Так, ну что, обновляем техническое ТО и замену масла. Нажимаем кнопку, проворачиваем. Обнулен. Аналогичную процедуру сейчас сделаем и замены масла. Так, и остаток у нас осталось только обновить замену масла. Обнулен. Проверяем итогово. Заводим машину, смотрим, появляется ли у нас, что у нас ТО и замена масла через, точнее уже сейчас. Есть ли такое у нас ошибка? Нету. Все хорошо, все у нас все сброшено. Никаких больше сообщений от сети нету. Можем продолжать движение. Все.